Игрой мы довольны, если так коротко, а результатом, конечно, нет. Вот. Ну, ребята молодцы, достаточно на хорошем, высоком уровне провели игру. Но первый тайм немножко похуже, чем второй. Вот. Но в целом мы игрой довольны. Галажан вырос, теперь целиком полностью с основной командой. Грустите без него, тяжело приходится или рады, что молодежка работает? Не, ну, конечно, в первую очередь мы рады за Артема. Вот мы для этого здесь и работаем, чтобы наши молодые ребята, чем быстрее, тем лучше попадали в основную команду. Ну, без него, конечно, нам пока тяжеловато. В нападении, конечно, у нас есть определенные проблемы.